Это главные новости к этому часу. Прямо сейчас вы узнаете о самых последних разработках в стоматологии, а я с вами прощаюсь до завтра. Стоматология – одна из самых бурно развивающихся направлений в медицине. Каждый день появляются новые технологии, способы лечения, протезирования, имплантации. Профессиональная клиника «Дентамед» идет в ногу со временем, уделяет большое внимание обучению сотрудников и повышению их квалификации. Отрадно то, что большинство современных методик здесь используется. Методик лечения, методик диагностики. И в частности, один из таких наиболее достоверных, прогрессивных методов лучевой диагностики – это компьютерная томография. Именно об этом сегодняшний семинар. Сейчас существует очень выраженная и повсеместная тенденция междисциплинарного подхода. Работы на стыке двух специальностей – стоматологии и оториноларингологии. Применение последних научных разработок на самом современном оборудовании – залог успеха и отличного результата лечения, считают специалисты клиники. Это очень нужное направление, это радиодиагностика, потому что нельзя оказать качественную помощь, не приведя к качественной диагностике. И поэтому очень много осложнений бывает. Это только из-за того, что врач не досмотрел, не долечил, не доглядел. Поэтому диагностика, она это на сегодняшний день необходима. Без компьютерной томографии невозможно сегодня работать. В клинике «Дентамед» оказывают все виды стоматологических услуг – лечение, протезирование, дентальную имплантацию, исправление прикуса, зубосохраняющие операции. И практически в любом виде лечения применяется 3D-диагностика. В нашей клинике мы делаем 3D-диагностику, анализировать до, после свои результаты в динамике. Каждые полгода мы всем делаем эти снимки и можем сразу на начальных этапах устранить болезнь. Один из самых распространенных страхов среди посетителей клиники – боязнь излучения при проведении компьютерной томографии. Но риск для организма минимален, отмечают врачи клиники. Принято считать, что рентген-диагностика очень опасна. На самом деле компьютерная томография – это не рентген-диагностика, как почему-то думают в России. И один снимок компьютерной томографии томографа последнего поколения, который имеется у нас в клинике, в 10 раз ниже дозировка, чем один час полета на самолете. Курс трехмерной радиодиагностики для специалистов клиники состоит из 5 циклов. Результат – правильно подобранное лечение без рисков и осложнений.